в домашних условиях создать косметический салон. И, конечно, в первую очередь, это два бестселлера, два технически уникальных устройства, которые помогают нам взять старение под контроль, взять красоту на вооружение и, конечно, иметь возможность сохранять эти красивые высокие параметры кожи. Ну, собственно, каждая женщина стремится к такому состоянию, и с помощью продуктов LR мы можем себе это позволить. И самое главное, предложить такие варианты сохранения молодости, красоты всем, кто хотел бы это сделать. Итак, независимо от того, какую предпочитаем мы линейку, независимо от того, какой у вас тип кожи, всегда уход и подготовка кожи начинается с очищения. И это очень важный этап для любого типа кожи по одной простой причине. Вот представьте себе, что наша кожа – это огромное покровное одеяло или платье нашего организма. И для того, чтобы повлиять на состояние кожи, все ее основные системы находятся внизу, внутри, под роговым слоем. И роговой слой, он, конечно, является броней нашего организма для того, чтобы транзиторные бактерии не проходили, ну и всевозможные агрессии окружающей среды, всевозможные отрицательные факторы не влияли на живые слои. А наша задача – повлиять на эти живые слои, потому что именно там начинают происходить различные сбои. Соответственно, что мы можем предложить в этом направлении? Мы можем очищать свою кожу с помощью геля, молочка, пенки, но не всегда эти продукты могут эффективно подготовить кожу к проникновению косметических средств. И именно для этой задачи, для выполнения этой задачи разработано уникальное очищающее устройство, которое дает нам не только повышение восприимчивости кожи косметическим средствам, но и само по себе дает нам великолепный результат свежести, подтянутого вида, красоты. Однако любое очищающее устройство, оно применяется вместе с косметическим средством, которое разработано для поглощения, растворения загрязнений. А вот когда у нас идет контакт с водой, его мы должны завершить этапом тонизации. Я абсолютно точно уверена, что у большинства тоников в активе нет. А это неправильно. Вы пропускаете очень важный этап, когда увлажненная кожа лучше притягивает, втягивает и реагирует на любые косметические средства. Поэтому очищение, тонизация, а вот дальше идет правильно подобранный крем. Крем по состоянию, по типу кожи, по нашим задачам. И, конечно же, компания LR разработала целую систему управления возрастом. Ее название – Zygarde. И это название состоит из двух ключевых немецких слов. Вы же помните, вы же знаете, что для новичков в первую очередь, что LR – это немецкая компания. И Zygarde – Zeit – время, Garde – защитник, хранитель, ну, здесь уже от английского, да, такой симбиоз. Это хранитель времени. Это значит, что стремительная наша жизнь, образ жизни не оставляет следов на нашем лице. Итак, что включает в себя система Zygarde? Три шага. Я практически вам сейчас рассказала об этих шагах, потому что эти шаги повторяют как раз порядок ухода. Это очищение с помощью устройства Zygarde 1. Они называются по названию системы. Есть первый продукт. Это первая ласточка, которая представляет нам систему Zygarde. Уже более 5 лет является любимчиком всех
партнеров, которые попробовали хоть раз и оценили качество этого устройства. Второй шаг – это восстановление плотности, объема, увлажненности и минимизация глубины морщин безоперационными, безинъекционными методами. И это уже Цайгер 2. Ну и, конечно, финишным этапом, завершающим этапом для того, чтобы иметь накопительный эффект, этот этап уже отдается косметическим продуктам. И вот система контроля возраста всего лишь заключает три основных шага красоте. Антивозрастная система Цайгер позволяет подобрать уход для любого возраста, начиная с самого молодого, с 20-летнего возраста. 20-25 лет считается зрелостью кожи, и уже в этом возрасте мы с вами должны понимать, что должны оказывать поддержку коже, которая внешне выглядит прекрасной, свежей, молодой, ухоженной, но при этом внутри начинают происходить сбои. Мы не видим последствий этих сбоев. И если мы не предпримем сейчас какие-то предпосылки к тому, чтобы кожу сохранить в таком красивом состоянии, мы лет через 5-7-10 увидим уже результаты, как говорится, упущения в косметическом уходе. Появятся морщинки, появятся отпечатки от подушек на утро, когда тургор снижается. Безусловно, тон кожи уже может быть неоднородным, и рельеф может быть недостаточно красивым. Система Цайгер берет под контроль кожу в состоянии любом, с любыми признаками старения, и дает питание, и регенерацию, и восстановление. Но помните, мои дорогие, что у косметических средств и даже у технических устройств есть лимит воздействия на кожу. Не всегда мы получаем вот тот результат, который ожидаем. Почему? Не потому, что продукт плохой или продукт неработающий, а потому, что невозможно уже косметическими средствами откатить состояние кожи, да, к тому состоянию, которого мы бы очень хотели. То есть это не волшебная палочка, но наша задача – объем восстановить, сияние и лифтинг дать, и, конечно, интенсивно увлажнять кожу для того, чтобы она имела возможность самостоятельно поддерживать все свои регенерационные возможности. Первым продуктом, бестселлером, любимчиком, хитом, как хотите, можете его назвать, является Цайгард 1. Это очищающее устройство, которое управляется одной кнопкой, одним нажатием. В течение одной минутки очень легко вы очищаете кожу, подбирая с этим устройством нужное средство и нужную щеточку. Особенности этого звездного продукта, конечно, заключаются в том, что здесь особая технология используется, современная технология, обратно-поступательные движения. То есть, когда вы щеточку включаете и подносите к лицу, вы чувствуете легкую вибрацию, как будто она просто колеблется. И знаете, в чем особенность этой технологии? Она не растягивает кожу, она ее не повреждает, она и не создает раздражающее действие на рецепторное поле. Она может применяться очень тонкой коже. И самое главное, здесь еще несколько дополнительных эффектов, которые мы можем наблюдать, используя эту щеточку. Каждая щетинка покрыта микросеребром. Каждый волосок, щетинка в этой щеточке разработаны таким образом, что они находятся в таких, ну, во-первых, длина определенная, и они находятся на таком расстоянии, на котором щеточка, когда ее промываешь, легко высыхает. Это средство одобрено дерматологами и может рекомендоваться и в качестве продукта, минимизирующего высыпание, акне, угревые проявления, да, собственно, комедоны. И, конечно же, лишая поверхность кожи излишков мертвых клеточек, мы имеем возможность обеспечить
более глубокое проникновение всех активных веществ внутри нашей кожи. У нас с вами есть два правильных продукта. Правильных, потому что они разработаны с учетом типа кожи. И самое главное, когда мы их наносим на щеточку, они не затекают внутрь, они распределяются на поверхности щеточки пленочкой и деликатно, очень мягко очищают кожу. Для тонкой, хрупкой, ранимой кожи применяется молочко. Оно превращается в кремообразную пенку и дает ощущение комфорта, мягкости, без тянутости и таким с успокаивающим противовоспалительным эффектом на основе экстракта хлопка. Нужно всего лишь два нажатия на дозатор для того, чтобы обеспечить атравматичное, очень мягкое и, самое главное, качественное очищение. Второй продукт, который адаптирован к любому типу кожи, к мужской коже в том числе и к подростковой, имеет нейтральный pH и прекрасно оставляет кожу в свежести. При этом, очищая кожу, щеточка делает массаж и разглаживает нашу кожу, создавая эффект оживления. Да, запись будет. Два продукта, которые подходят под вашу кожу с правильной насадкой, обеспечивает в течение одной минуты уникальная, собственно, возможность очищения кожи. За одну минутку очищаются даже поры. Возьмите на вооружение девушки, которые очень любят тональные средства, пудры двойного действия, обычными пенками, из пор вы их не вытащите. Внешне кожа может быть прекрасно выглядеть, свежая, очищенная, но вот этот пигмент, он забивается в поры внутри. Благодаря вот этим насадочкам с розовым индикатором, с розовыми щетинками для тонкой чувствительной кожи, для кожи молодой, для мальчиков, для подростков, для мужчин, для кожи более плотной, пористой, конечно, идеально подойдет щетинка с вот таким синим индикатором, щеточка и гель, который не провоцирует работу сальных желез на выработку большего количества жира. Но, кстати, гель можно использовать летом любому типу кожи. Эту щеточку мы используем для очищения кожи лица, кожи декольте одним движением, как я уже сказала. У этой щеточки есть три скорости. Всегда начинаем знакомство с любым новым продуктом на самом деликатном таком этапе, на самом деликатном режиме. Один раз мы нажимаем на кнопочку, горит вот этот внизу огонечек зелененький, и вы услышите вибрацию. Мы начинаем очищать. Внизу можно очищать качельками слева направо. Щечки мы очищаем круговыми движениями, затем переходим на лоб, можем зигзагообразными, можем поступательными круговыми, носик, крылья носа, вокруг губ только по круговой и, соответственно, подбородочек. В этой зоне большое количество сальных желез, поэтому и называется Т-зона, больше жира. Доказано независимой лабораторией Дерматез, что очищение Цайгард-1 дает в 10 раз эффективнее очищение кожи, чем просто очищать руками, мануальная очистка. Это очищение очень мягкое. Это очищение, которое дает вам не только чистоту, не только восстановление экобаланса, потому что микросеребро контролирует патогенную флору, но этот продукт дает великолепный лифтинг, подтяжку при регулярном применении. Особенно это будет заметно в возрасте 32 и далее, когда только-только начинают образовываться заломы, оплывать овал лица, и вот здесь щеточка дает нам практически эффект от аппаратных методик омоложения. Эту щеточку можно применять и на других участках. Ну, девочкам известно, что кожа шеи стареет особым образом, быстрее, чем кожа лица, практически так же, как и глазки, как ручки
И это устройство можно использовать для очищения и омоложения зоны декольте, внутренней части плеча и даже для рук. Единственное, что нужно помнить, если вы используете щеточку для лица, для тела должна быть отдельная насадка. Конечно, через 3 месяца, а щеточки хватает как раз вот при регулярном ежедневном применении на 3 месяца, после этого мы должны купить щеточку отдельно. Устройство покупать не надо, вы его покупаете один раз. А вот насадки вы уже меняете через 3 месяца для того, чтобы обеспечить надлежащее очищение, грамотное очищение кожи лица. Вы знаете, утром и вечером нежелательно дважды. Вообще идеально очищать, конечно, вечером, тогда, когда мы используем макияж. Если ваша кожа плотная, если выражены поры, можно использовать и с утра в том числе, но на слабом режиме, потому что после глубокого очищения кожа должна иметь период восстановления. И не каждая кожа восстанавливается прям буквально через 8 часов. То есть постоянно снимая верхний слой, вы стимулируете кожу к обновлению, но если ей не хватает собственных ресурсов, она начнет раздражаться, краснеть и шелушиться. Поэтому утром и вечером нежелательно, она рекомендуется для ежедневного применения разового. Если используется ботулинотерапия, то есть если кто-то ходит в салон и у врачей делает уколы ботокса для того, чтобы парализовывать те мышцы, которые активно работают. Как правило, это верхняя часть лица. В этих случаях на эту зону с помощью щетки вы не заходите, потому что усиленная микроциркуляция будет способствовать тому, что депо, которое создается за счет препарата с ботулиническим нейропротеином, очень будет происходить быстро диффузия, и, соответственно, эффект от коррекции ботулиническим препаратом будет уходить. Поэтому не стоит. Если есть нити, используйте ради бога. Нити сами дают подтяжку, они формируют фиброз вокруг себя. За счет формирования вот этой новой соединительной ткани идет подтяжка. Уж никаким образом этой щеточкой вы их точно не рассосете. Что касается филлеров, которые создают эффект объема губ, убирают глубину морщин. Здесь, собственно, противопоказаний никаких, они вводятся в дермальный слой, и их эффект зависит от энзиматической активности ваших собственных ферментов. У вас есть, у каждого есть ферменты коллагеназа, есть гиалуронидаза, когда вводятся препараты гиалуроновой кислоты, ваши собственные ферменты их распознают, соответственно, разрушают, эффекты уходят. Наша щеточка этому не способствует. Вот, она способствует синтезу нового коллагена, а не разрушению. Конечно же, если альтернатива, да, очень часто спрашивают, конечно, есть. У нас есть уникальная линия алоэ Вия. Аналогов по количеству, по ассортименту, по направленности, потому что эта линия уход с головы до ног. Конечно, вы здесь можете найти альтернативные препараты, которые позволят вам очищать и тонизировать свою кожу в любом месте, в любое время. В домашних условиях это молочко и тоник из линии алоэ, а в условиях походных, как говорится, наши салфеточки, любимые, с 30% содержанием алоэ, которые увлажняют, смягчают, содержат миндальное масло, витамин, который борется со старением, подходит, собственно, и для деток в том числе, и для очищения кожи, для того, чтобы свежесть придать. Вы знаете, даже я эти салфеточки
использую всегда в дороге. Ну, например, когда вечером уже хочется снять макияж, часто использовала это в аэропорту. Даже макияж с ресниц снимают наши салфетки великолепно, но нужно сделать это грамотно. Вытаскиваю одну салфеточку, например, да, ну вот на примере покажу, да. Вот есть у нас вот такая салфеточка, допустим, она, собственно, алоэ. Мы один краешек подкладываем под реснички, а вторым краешком накрываем, чтобы на коже не отпечатывалось. Несколько секунд ждем и потом аккуратненько снимаем. Могу вам сказать, когда хочется, чтобы уже и глазки, и кожа отдохнула, эти продукты просто вне конкуренции. Как я уже сказала, наша щеточка имеет эффект не просто поверхностного очищения, а очищения глубокого. Вот как раз Вероника спросила, а можно утром и вечером? Глубокое очищение для многих можно проводить, например, начиная, чтобы приучить свою кожу к этой нагрузке, с 1-3 раз в неделю, так как мы используем скрабы. У нас с вами есть великолепный скраб, тоже в линии алоэ, и их можно между собой чередовать. Или, например, щеточку использовать для лица, а скраб использовать для шеи, для декольте, для ручек. Просто великолепные продукты. Их можно сочетать, или покуда у вас нет очищающего устройства, скраб можно применять, как я уже сказала, до 3 раз в неделю, но точно так же, как и щеточку, на влажную кожу, немножко эмульгируем гель, очищающий глубокий скраб в руке, затем распределяем на лице 3 минутки и свежесть. Но наши устройства, они продаются, и можно под них еще купить Несестер, специальная шкатулочка такая на молнии, и очень удобно носить с собой и брать с собой на отдых, и в путешествия, и в рабочие командировки, чтобы это устройство было у вас всегда под рукой. Можно использовать и для подростков, у которых начинаются проявления высыпаний. Вечером, например, очищаются щеточкой, а утром очищают свою кожу скрабом. Виктория, вы спрашиваете, наверное, можно ли использовать для детей для очищения после памперса. Про наши салфетки, да, можно. Она очень мягкая, очень деликатная. И самое главное, она большая. Она не такая вот прям маленькая, а действительно прекрасная, большая. И алоэ будет очень хорошо ухаживать за кожей. Но в линии алоэ Вия есть детская линеечка. Посмотрите, там есть и очищающие средства, и защищающие, и кремы есть, и под подгузник, и для мамочек, собственно, тоже есть продукты, которые помогут очень быстро восстановиться коже, восстановить ее эластичность. Про скраб я уже сказала. Его можно использовать мужчинам, женщинам, подросткам, как альтернатива щеточки, если нет, чередовать или утром, у кого жирный тип кожи, умываться скрабом, прямо умываться, с водичкой размешали и умылись, а вечером обязательно использовать щеточку для того, чтобы снять напряжение, которое в течение дня нарастает на нашей коже и обостряет черты лица. С помощью щеточки у вас уйдет глубина морщин мимических, собственно, и за счет лифтинга, за счет массажа происходит утилизация еще токсинов изнутри. Собственно, вот здесь мы такого не получим, да, а с помощью щеточки получим. Второй продукт, который тоже уже полюбился многим, особенно кто не хочет использовать радикальные методы омоложения, а хочет чувствовать себя молодыми, красивыми, иметь под рукой продукт именно для зрелой кожи с первыми или уже с видимыми признаками старения. Ну и, собственно, вот на этой картинке, мои дорогие, показаны 2 устройства. Один используется в салоне. Да, это тоже гидротермическая насадка, такой аппликатор, и вот эта шайбочка нагревается. Соответственно, предварительно этой девушке, ну, это, конечно, постановочный кадр, да, это устройство не применяется на коже с макияжем. Однозначно она должна была быть
очищена полностью. Но сначала наносится сыворотка, а потом проводится по массажным линиям обработка кожи для того, чтобы вниз вся эта увлажняющая сыворотка прошла, и кожа лучше откликалась на дальнейшие манипуляции. Это значит, что мы с вами имеем в домашних условиях такое же устройство, как используется в профессиональных уходах в салонах. Грамотный, абсолютно грамотный подход. Если мы хотим, чтобы эффект от косметических средств, от масок, от всевозможных сывороток был более заметен, наша с вами задача подтолкнуть нашу, нашу межклеточную среду к тому, чтобы она начала втягивать и растворять внутри себя все активные вещества, а этими активными веществами активно бы запасались клетки, потому что у них постоянно есть обмен клеточный, водный, из внешней среды поступает в клеточку, и обратно все токсины точно так же выходят в межклеточную среду. Этот продукт дает не только выраженную эффективность, это еще своего рода инновация, потому что тот, вот смотрите, вернемся обратно, вот это профессиональное устройство, оно дает только разогрев. Только разогрев. Потом будут применяться какие-нибудь охлаждающие тоники, контактные, еще какие-то для того, чтобы поры закрылись. У нас же в нашем продукте все находится в одном месте. Аппликатор сочетает в себе то есть энергию температуры, термическую, которая берет под контроль возраст благодаря тому, что им можно работать как локально вместо уколов, так и на всем лице, интенсивно восстанавливая увлажнение. Можно программу создать с помощью этих двух устройств. Сначала в течение одной минутки, а это умная щеточка, она вам сигналит, что минутка закончилась, потому что минутка разбита на сегменты по 20 секунд. 20 секунд прошли после очищения, подала сигнал, перешли на другую сторону. 20 секунд прошло, еще. И еще 20 секунд Т-зону очищаем, минутка закончилась. Смыли, протонизировали кожу и используем следующее устройство, которое дает дополнительный эффект. Какой? Это устройство дает нам возможность наполнить нашу кожу. Что это значит? Вернуть объем. Дело в том, что наша кожа состоит из трех слоев. Подушка, как фундамент у домика, это как раз подкожно-жировая клетчатка. Да и функции на самом деле у подкожно-жировой клетчатки точно так же, как и у фундамента. Там есть подвальчик, а в этом подвальчике есть всякие консервы, которые помогают выжить тем, кто на зиму их заготавливает. У нас из подкожно-жировой клетчатки забирается триглицериды, жир, для того, чтобы поддерживать энергию. Но с возрастом мы же видим, что как-то у нас сдувается кожа, подкожно-жировая клетчатка истончается. Второй слой, который над ней, это матрас. И этот матрас состоит из пружинок, а эти пружинки в геле. И вот от того, как он сжимается и разжимается, зависит упругость и эластичность нашей кожи. Но когда не хватает внутри вот этого увлажняющего геля, кожа похожа на печеное яблочко. Наша задача – удалить морщинки, наполнить кожу изнутри, чтобы она как воздушный шарик сама их вытолкнула. Наша задача – увлажнить, чтобы морщинки не накапливались внутри. И наша задача – вернуть утраченный объем. Как работает это устройство? Точно так же, как и Cygard 1, управляется одной кнопкой. Только в первом устройстве
Если вы будете несколько раз нажимать на кнопочку, вы будете менять скорости до самой большой, до третьей скорости. А в Tiger 2 с помощью управления, с помощью кнопочки, мы меняем температуру нашего аппликатора. Сначала, нажимая на кнопочку, мы способствуем тому, что аппликатор начинает нагреваться. И на этом этапе мы при взаимодействии с нашей кожей способствуем расширению пор. Мы можем подключить еще одним кратковременным нажатием вибрацию. Для чего? Я вам сказала, что клетки получают питательные вещества из межклеточной среды. С помощью вибрации ротики-воротики наших клеточек лучше открываются и получают все питательные вещества и кислород в том числе. Затем, после того, как мы обработали в течение там, одной минутки, одной-двух минут определенные локальные зоны, мы еще раз нажимаем на кнопочку для того, чтобы аппликатор охладился. И охлаждение способствует тому, что порочки закрываются, кожа охлаждается, подтягивается, и это тоже можно сделать с вибрацией, для того, чтобы обеспечить, опять же, питание, хорошее питание клеток. То есть три нажатия, три разных режима. Кожа нагревается до 42 градусов. И могу вам сказать, что существовали мифы, связанные с тем, что подобный нагрев сворачивает кожные белки, коллаген и эластин. Ничего подобного не происходит. При 42 градусах не происходит никакой тинтурации белка. Мы же с вами не рыбу варим и не, собственно, мясные продукты готовим. Да? А при воздействии на верхний слой кожи мы работаем только с рецепторным полем и с эпидермальным, с верхним слоем, который, как у домика, вот крыша, мансарда, это и есть эпидермис. Соответственно, мы способствуем тому, чтобы черепица немножко разошлась, чтобы в порочки, как в окошке, вливалась внутрь нужная нам сыворотка через раскрытые поры, а вибрация способствует поглощению и распределению в межклеточной среде. И, конечно же, наша задача – оставить эти питательные вещества там, в депо, в накопленном виде. И тогда нам нужно охладить до 5 градусов. Кстати, на этапе охлаждения очень хорошо работать этим устройством в зоне, где активно отеки выражаются. Или, например, кто очень любит арбузы, или кто любит, ну сейчас сезон, да, кто любит чайку вечерком попить перед сном, утром встаем и ощущение, что мы отекли. Берем устройство без всяких продуктов и холодным устройством создаем эффект дренажа, но всегда по массажным линиям от центра к периферии. Вот так. Массаж, массаж или глазки всегда утилизируем отсюда, от топ к вискам. Вот таким образом можно использовать продукты. Если купероз, если капилляры, конечно же, контраст температур не рекомендован. Вам можно использовать только на холодном режиме. То есть, когда купероз и розация, ваш продукт – это МСМ-гель из линии, это специализированный продукт с определенным сернистым соединением, которое способствует укреплению стенок сосудов и препятствует развитию купероза и розации. МСМ-гель с органической серой. А теперь, мои дорогие, я хотела бы заострить внимание на том, что под это устройство разработаны специальные антивозрастные продукты. И не нужно самостоятельно расширять эту линейку. Объясню почему. Косметические средства, которые разработаны для этой линии, разрабатываются таким образом, что они адаптированы к перепаду температур. А я же рассказала вам о том, что 42 градуса нагрев, а потом охлаждение. И самое главное, что текстура этих продуктов, она как раз благодаря температуре повышенной
способствует более глубокому проникновению. И если вы начнете под это устройство наносить какие-то другие средства из линии алоэ, концентраты, не надо этого делать. И вот как раз на концентрате я хотела бы заострить внимание. Мои дорогие, концентрат – это обезжиренное средство. Это чистый гель. Он разработан таким образом, что у него самостоятельная, высокая, проникающая способность. И он не нуждается ни в каких технических проводниках. Достаточно нанести на очищенную, подготовленную кожу для того, чтобы концентрат, увлажняющий из линии алоэ вера, достиг тех глубин, на которые он рассчитан. А для того, чтобы наполнить кожу, разгладить ее изнутри, созданы три продукта. Один из которых – это сыворотка для глаз и два средства для лица. Антивозрастной реструктурирующий гель и увлажняющий гель. Вы подбираете их по возрастам кожи. Если нужно только увлажнить, берем увлажняющий гель, наносим его на все лицо, включаем устройство на горячий режим и аккуратненько проводим по массажным линиям обработку. Несколько, буквально несколько минуточек. Чувствуете, что все прошло вовнутрь, не надо тянуть кожу. Если очень быстро, ну, как говорится, проваливается продукт, можно прикладывающими движениями, опять же, с вибрацией. Затем переключаем режим на холодный и опять проходим по тем же самым зонам. Реструктурирующий гель идеально подходит для тех, у кого кожа стареет по мелкоморщинистому типу. То есть она тонкая и покрывается мелкими морщинками. Тогда можно наносить на все лицо и обрабатывать по реструктурирующему гелю сначала на горячем режиме с вибрацией, потом на холодном с вибрацией. Для более плотной кожи, более толстой кожи, которая в большей степени обвисает, реструктурирующий гель наносится локально. Те зоны, где нужно нам в меньшей степени видеть морщины. Шейка, только щитовидку обходим. Глазки, есть специальное средство, межбровное пространство, точно так же помогает держать под контролем этот продукт. Сыворотка для век. Она вне возраста. Сыворотку наносим пальчиками, обильно, нижнее веко, вверху только под бровь. Берем устройство и прикладывающими движениями от центра к периферии мы начинаем прорабатывать зону вокруг глаз. Не обязательно водить по кругу, не растягиваем кожу. Буквально 15 секунд один глазик, 15 секунд второй глазик. Можно глазки делать регулярно, практически каждый день, у кого действительно тонкая кожа и выраженные морщины. Я уже говорила вскользь в начале нашей встречи о том, что все устройства, все косметические средства исследуются дополнительно в независимой лаборатории. И результаты этой независимой лаборатории мы можем видеть с вами в материалах, которые компания ЛЭР предоставляет для своих партнеров и клиентов в качестве доказательной базы, что это безопасно, что это эффективно, что это рекомендовано для таких-то, собственно, причин старения. В данном случае ведущий немецкий институт Дерматез, независимая лаборатория, которую возглавляет доктор Вернер Фос, подтверждает, что именно это устройство способствует более глубокому проникновению, работает как филлер, который помогает нам заполнять морщинки, обеспечивает более глубокое проникновение активных ингредиентов, значит, кожа лучше обновляется при усвоении, да, всевозможных нутриентов, необходимых каждой клеточке нашей. Ну и, конечно, абсолютно безопасно, если следовать рекомендациям производителя. Помните, есть противопоказания к любым аппаратам. Это проявление лихорадочное, это повышенная температура, это повреждение кожи, это
дерматологические проявления на коже. Это любые новообразования. Поэтому как бы вы ни любили продукт, как бы вы его не боготворили и не считали его непревзойденным, помните, вот всегда найдется из десятка ваших знакомых один человек, которому может это не подойти. И это нужно спокойно воспринимать. Ну, нельзя травмировать кожу если, и раздражать ее, если есть новообразование, если есть герпес, если есть папилломы активные. Это все стимулирует. Что важно? Важно не бояться рассказывать тем, до кого вы хотите донести информацию. Вы все-таки эксперты не только красоты, но и здоровья, потому что компания LR, ведь у нее слоган «Health and Beauty» – здоровье и красота. И здоровье нашего организма, оно тесно связано с красотой нашей кожи, с внешней. Поэтому важно брать под контроль те системы, которые настолько взаимосвязаны, что у нас проявления от отклонений, да, из-за отклонений в системах, да, и на лице в том числе. Если родинка выпуклая, стараться ее не травмировать, не загорать, защищать, а в лучшей степени сходить к дерматологу, и если эту родинку, которую можно постоянно повреждать на каких-то участках, их нужно убрать, сделать гистологию и убрать. Береженого Бог бережет. Да, поэтому вот это важно женщинам. У нас ведь есть дни меланомы, когда вы можете бесплатно пройти всевозможные исследования в России. Просто нужно узнать, где это происходит, сделать дерматоскопию, убрать и не бояться дальше пользоваться косметическими средствами или омолаживающими аппаратами. Поэтому очень важно, если она плоская, просто усыпана, это о чем говорит? О сниженных защитных качествах. Очень важно, Виталий, вот у тех, у кого есть родинки, не загорать, защищать свою кожу от ультрафиолета, потому что в большинстве проблем кожных триггером является ультрафиолетовое излучение. Поэтому вот имейте это в виду. Ну и, собственно, вот она система ухода. Три шага, ведь недаром уже, да, как уже притча во языцах, что тайгер не тратится на это время, на эту систему ухода много. Вы экономите большое количество, всего лишь несколько шагов. С очищением и уходом 8 шагов, 5 минут работы, 1 минута уходит на очищение. Все остальное по 15-30 секунд для обработки зон. Вау, и все, и вы красотка. И все это в домашних условиях. Что может быть лучше? Другое дело, мои дорогие, что компания LR представляет наборы всегда по специальной цене. Загляните в августовский прайс. И если я не ошибаюсь, процентов 15 можно сэкономить сейчас при приобретении этих устройств. То есть, когда вы берете набор под ключ, а что это значит? Это значит, что вы покупаете устройство, USB-станцию, которая помогает, собственно, зарядить даже от компьютера при желании или от обычной розетки наше устройство. Зарядки хватает надолго. И к очищающему устройству на выбор дается один из продуктов. Его тоже, ну, при регулярном применении хватает на месяц, у многих хватает на большее количество времени. Все очищающие устройства можно купить отдельно, но если мы покупаем для семьи одно устройство для всех, очищающая щеточка, насадочка для всех отдельно. Да, то есть нельзя переносить. Вот у нас на коже огромное количество резидентных бактерий, да, там, то, что живет у нас постоянно на коже, и грибки, и бактерии, и клещи даже, ну, зато они в неактивной фазе, да, или в активной только тогда, когда кто-то вторгается. И чтобы не было ассимиляции, не было переноса с кожи на кожу, у папы своя щеточка, у мамы своя щеточка, у подростков свои щеточки. Промыли под проточной водой,
и стоит сортер. А что касается Tiger 2, у нас с вами есть устройство одно, а на выбор в наборе сыворотка для глаз идет для всех, а на выбор один из тех продуктов, который вам подходит для лица. Реструктурирующий, восстанавливает плотность. У него внутри уникальная заложена формула. Формула, которая помогает компонентам работать как губка. Это сферы, гиалуроновые сферы, которые, попадая в нашу кожу, заполняются влагой. И за счет этого идет пуш-ап. Кожа наполняется объемом и разглаживается, становится более красивой, подтянутой, плотной. А увлажняющий, он способствует удержанию за счет собственных ресурсов, то есть как будто влагу привносит, и там, где ее не хватает, распределяет. Да? Вот эту разницу, понимаете? Здесь привнесли влагу, а здесь привнесли и удержали все то, что осталось. Ну, то есть вот более такая серьезная система омоложения кожи. Собственно, конечно же, как я уже сказала, специально разработанные средства под Tiger 1, двойной эффект при симбиозе, при использовании сочетанном этих устройств. Это только два шага. А вот третий – это, конечно же, подбор антивозрастных средств, которые дают великолепный результат. И чтобы взять возраст под контроль, нам абсолютно необходимо нужный крем с правильной работой, с правильным действием. Что мы с вами имеем? Ну, во-первых, как использовать на мастер-классах, если для каждого используется своя щеточка? Ирина, очень просто использовать. Промываете под проточной водой. Причем вы это делаете, можно делать с помощью жидкого мыла, который, собственно, есть у нас в линии алоэ Виа. Там тоже с алоэ идет и обезвреживание, и восстановление. Оно очень мягкое. Промываете под проточной водой. Перед использованием для клиента обрабатываете щетку мироместином, хлоргексидином, а лучше всего актинисептом. Вот. Сейчас очень много есть мистодин какой-то, то есть разные вариации таких санитайзеров, которые... Почему мне нравится актинисепт? У него практически неограниченные возможности подавления грибков, бактерий и дрожжей вплоть до хламидий. Поэтому очень хорошо, только обрабатывать это нужно на глазах у клиента, чтобы у пациента, у клиента, я не знаю, у партнера, у потенциального знакомого, как хотите, да, то есть промыли, обработали, и после этого уже только используйте для очищения. Ну и не забывайте, у нас все-таки щеточка покрыта микросеребром, да, здесь тоже очень важный аспект. Я вам уже говорила в самом начале. Без тоника уход неполноценный. Тоники вы можете выбрать для себя любые. Вы можете выбрать спрей «Скорая помощь». Я много о нем рассказывала в линии «Алоэ Виа». Вы можете выбрать антивозрастные средства. Тоник «Наногол», тоник «Бьюти Даймонд». Все эти продукты содержат антивозрастные средства. Я очень быстро сейчас акцентирую внимание на антивозрастных программах по возрасту, иначе просто система Tiger имеет незавершение. Вы же не можете использовать щеточки и ничего не наносить на свою кожу. Итак, NanoGold – это 30+, с наночастицами золота, с протеинами шелка, способствует взятию под контроль состояние той кожи, которая внешне прекрасно выглядит. Насыщение кислородом, регенерация активная, ну и, соответственно, конечно же, уплотнение, увлажнение и великолепное сияние кожи. Тоник используем обязательно с ватными дисками. Протираем кожу после умывания утром и вечером. После этого наша с вами задача подобрать правильный дневной продукт. В линии. Почему дневной? Дневной и ночной у них разные функции. Ночные средства, они способствуют восстановлению кожи на утро, а дневные средства – защита в первую очередь от ультрафиолета. Кстати, Виталий, вы вот спрашивали, да, для кожи с родинками, для кожи светлой. Дневной крем Tiger Nano Gold идеален.
у него есть не только омолаживающие ингредиенты внутри, уникальный защитный комплекс, который способствует защите от ультрафиолета, отражает лучи Б, поглощает лучи А, которые старят кожу прежде времени. Поэтому от всех условий погодных, а можно еще с этой сывороткой Blue Light, с этим кремом сыворотку Blue Light и взять под контроль коротковолновой синий свет. И будет тогда идеальный уход. Вот о чем я говорила. В составе дневного крема есть уникальный комплекс, в который еще входит витамин Е, и идет полноценная защита от повреждения кожи ультрафиолетовыми лучами любого типа. Но поскольку под воздействием ультрафиолета оно все равно даже под защитой процента 2 внутрь проходит, у нас повреждается внутренняя структура, я вам рассказывала про матрасик, а там есть клеточки, которые этот матрасик создают, они тоже повреждаются, соответственно, коллаген и эластин, эти пружинки становятся уже ненадлежащего качества. Посмотрите, вот это молодая кожа, которая не подвергается ультрафиолетовому излучению, а вот эта кожа, которой коллагена мало, она становится рыхлой и провисает. Ну, соответственно, наша с вами задача взять под контроль, чтобы кожа не разрушалась, а под воздействием ультрафиолетовых лучей внутри есть энзимы, которые начинают разрушать наш коллаген и эластин, и ночной крем способствует восстановлению синтеза коллагена за счет вот этих уникальных пептидов. Мужчинам, конечно, известно, что такое GPS-навигатор. Девочки, поверьте, вот здесь умный компьютер белковый, здесь своя GPS-система, которая работает на нашей коже, сама отыскивает, как говорится, вот в автомобиле GPS-система отыскивает, да, потерянный автомобиль. Где же он, где? А вот эта система, она как раз отыскивает повреждения, поврежденные клетки и восстанавливает фабрику красоты изнутри. Какие средства хороши при близких капиллярах, кроме геля с органической серой? Те средства, которые не позволяют коже нагреваться. Поэтому дневной наногол идеально подходит для защиты кожи от старения капилляров. То есть ведь кожа стареет, это же не только клетки стареют, сосуды в том числе. Но вот прям специализированных средств от купероза я вам больше не назову. Просто их нет. Обращаю ваше внимание, ночной крем, он при его регулярном применении не меньше 3 недель способствует росту коллагена на 120%. А если этого не делать, то коллаген будет только теряться. А он теряется с 20-летнего возраста. Tiger 2 можно использовать даже каждый день. Особенно локально. Но в более молодом возрасте все-таки я рекомендовала бы вам использовать несколько раз в неделю, потому что кожа еще способна удерживать, и вот этот накопительный эффект можно использовать через день, как вам комфортно. Здесь нет каких-либо рекомендаций. Если вы глубину морщинок меняете, да, то есть делаете их менее заметными, делайте каждый день, пожалуйста. Для увлажнения достаточно 3 раза в неделю, как масочку. Здесь, собственно, такие, у каждого свой индивидуальный принцип. Итак, если выбираем систему ухода, помните, в вашей системе должен быть дневной и должен быть ночной крем. Если кожа просто усталая, стрессированная, у нас есть несколько продуктов, которые восстанавливают сияние кожи, начиная с 20-летнего возраста. У нас есть уникальный крем в системе Цайгард. Это крем Power Lift. Beauty Diamonds, конечно, намного сильнее. Это 40+. Да, и, соответственно, они несравнимы с наноголдом. Крем Power Lift подходит подросткам, подходит мужчинам, подходит женщинам, и очень удобно этот продукт брать с собой куда-то в дорогу, в путешествие для практически всей семьи.
гиалурон, кислота, которая интенсивно увлажняет, минерально-витаминный комплекс из зерен и растительных экстрактов дают энергию нашей кожи, собственно, одним продуктом. А если вы хотите полную программу, особенно девушкам более зрелого возраста, прям 50-60+, обратите внимание вот на эту серию. Это серия Росин Куэнзим Q10. Здесь есть дневной и ночной крем, здесь есть крем для глаз. Основа – это куэнзим, взятый из морских водорослей, который заряжает энергией, повышает эластичность и упругость. В этом продукте, если кожа очень сухая, именно эту линию, если нужно побороться именно с выраженными морщинками потери упругости, конечно же, в 55 лет лучше использовать линию Beauty Diamond, дневной и ночной крем. Дневное средство и ночное средство содержат фитоэстрогены, которые помогают создать эффект наполнения кожи. Экстракт морской воды, который дает и антибактериальное, и антисептическое действие, дает оздоровление, насыщение минералами. Экстракт хлореллы, водоросли, которые и восстанавливают сияние кожи, как говорится, стирая с лица признаки хандры и серости. Я хотела бы еще сакцентировать внимание вот на этом продукте. Это сыворотка Росин Куэнзим Q10 с коллагеном. Очень хорошо подходит для жирной типа кожи, для того, чтобы дать эффект подтяжки. Эту сыворотку Росин можно использовать с любыми кремами из любой марки, потому что коллаген – это природный увлажнитель, и он еще способен удерживать влагу в 100 раз больше, чем его молекулярная масса. То есть как только мы коллаген наносим, мы способствуем удержанию влаги. Кстати, для жирной кожи росин можно использовать и самостоятельно в том числе, а дальше уже средства декоративной косметики, если есть необходимость. Кожа глаз – это особая зона. Здесь появляются не только морщинки, но и отеки и синяки. Есть линия Platinum, это мужская серия, которая помогает взять под контроль возраст именно мужской кожи. Мужская кожа стареет медленнее. Два продукта в этой линеечке. Есть крем для лица с наночастицами платины и есть сыворотка для кожи век, которая стирает морщинки и целенаправленно борется на синяки и отеки. Можно использовать и женщинам в том числе, и держать в холодильничке для охлаждающего эффекта. Крем Росин Куэнзим Q10, он более мягкий, дает повышение эластичности и наносится небольшими капельками на нижнее веко, над косточкой и вокруг губ в том числе, для того, чтобы минимизировать проявление кисетных морщин. Хотела бы напомнить, что для очень сухой кожи, вот как раз был вопрос, да, что вот если кожа очень сухая, то для такой кожи с потерей эластичности и с дефицитом собственных липидов я рекомендовала бы Beauty Diamond с маслом, сияние молодости, несколько капелек непосредственно на лицо или несколько капелек крем, который вы будете наносить для того, чтобы создать больше эффект мягкости, разглаженности и увлажненности. Здесь особый состав: масло сладкого миндаля, органовое масло, масло авокадо, виноградных косточек, макадами. Это косметические масла очень дорогие в использовании, редких кто использует для создания формул, берут попроще, масло ростков пшеницы, ну, вот такие. А здесь все-таки дорогостоящие масла, они как сухое масло, но для жирного типа кожи не подходит. И это масло регенерирующее, оно способствует обновлению кожи. Здесь есть витамин А, а он как раз витамин молодости и красоты. Есть еще применение. Это масло можно применять прямо как маску. 10 капелек на все лицо и шею, собственно, на ночь, для того, чтобы обеспечить насыщение кожи маслами, богатыми витаминами А, Е, Ф, и она становится более красивая, более подтянутая, молодая. Это масло можно не только с кремами Beauty Diamond, с
можно наноголд и можно использовать сарасинку энзимку 10. Есть еще один продукт, который тоже можно обогатить маслом Beauty Diamonds, хотя сама по себе это ночная маска, которая способствует вашему украшению во время сна, используется самостоятельно вечером как ночной крем. 1-2 раза в неделю в моменты сильной усталости, дает эффект накопления сияния за счет экстракта лимонника, разглаживания за счет масла жожоба, и за счет особой технологии она используется в реструктурирующем креме из системы Tiger 2. Это как раз вот эти микросферы гиалуроновые, про которые я вам говорила, способствует такой из изюма и опять виноград с помощью этой маски. Эта маска подходит и для мужчин, и для женщин. А для более требовательной кожи, для кожи 40-45+, 50+ и 50+, практически до последнего вдоха, под контролем средства на основе бриллиантов, на основе алмазов. Линия эта называется Beauty Diamond, которая останавливает бег времени и дает все, что необходимо сухой, требовательной коже, зрелый с признаками старения. Здесь особая структура пептидная на основе кремнеорганических соединений, алмазов и особых умных белков, как нейрохирурги, которые не просто клетки восстанавливают, а восстанавливают ДНК, поврежденное вследствие оксидативного стресса или вследствие ультрафиолетового излучения. Им помогает, вот этому комплексу помогают микроэлементы. Это умные маленькие частицы, вы прекрасно знаете, без микроэлементов, это катализаторы очень многих процессов, как будто глоток воздуха для того, чтобы огонь разгорелся. Вот они как раз запускают очень важные процессы в нашей коже, и ими богаты кремы из линии Beauty Diamonds. Нам очень важно кожу очистить от токсинов, от загрязнений, от клеточного лома. И этому способствуют синтетические пептиды, которые восстанавливают структуру клеток, и экстракт китайского гриба, чтобы в дальнейшем кожа не повреждалась. И эту серию мы с вами начинаем, опять же, с тоника. Для особых зон есть крем для глаз, глобальное омоложение, дает лифтинг, увлажнение, восстановление кожи. Есть дневной и ночной крем с защитными витаминами, которые днем берут под контроль все внешние признаки воздействия на нашу кожу. Ночное с витаминами А, глобальное восстановление и с запатентованными комплексами, которые матриксил, который восстанавливает матрикс нашу кожу изнутри. Собственно, интенсивный крем, который можно использовать для кожи, требующей подтяжки овала, он 24-часового действия. Их можно утром и вечером. Это третий продукт. Дневной, ночной и интенсивный. Интенсивный можно проводить 4 раза в год. Можно разово, когда усталость, диеты, посты, стресса и так далее. А можно использовать это средство для шейки. Декольте, шея, до верхней части и сзади шейку. Это мощный лифтинговый крем, который способствует контролю активации молодости. Конечно, очень много сейчас продуктов, витактив у нас сейчас выглядит немножко иначе, но тем не менее, для того, чтобы поддержать изнутри красоту, мы можем использовать и дополнительные средства. У нас есть и патчи для глаз в системе Tiger в линии серых. Вы можете чередовать систему Tiger или совмещать ее со средствами из линии Aloe Vie. Ну и, конечно же, изнутри, с помощью наших нутрицептиков, поддерживать молодость и красоту. У нас, посмотрите, какая третий шаг. Какая антивозрастная уходовая линейка, обширная, позволяющая подобрать себе уход под ключ. И вот для тех, кто еще слабо ориентируется по возрастам, есть специальная вот такая схема маршрута для правильной ориентировки в системе Tiger. Powerlift, начиная с 20 и далее. Tiger 1 и 2. С самого молодого возраста можно применять Tiger 1 с 25
30-летнего возраста для увлажнения Цайгард 2. Линия Платинум мужская от 30 и далее. Nano Gold чуть ранее 30 и далее. Beauty Diamond 40-45. Ну и, как я уже сказала, для стрессированной кожи росинку энзимку 10 можно использовать и начиная с 30-летнего возраста, и даже в 70 он будет работать не менее эффективно. Если нужно минимизировать мимические морщинки, устранить покраснение и тусклость, у нас есть особая линейка, я уже время заканчивается, я скажу о ней вскользь, уже рассказывала на предыдущей встрече. Это система Xerox. Это коррекция мимических морщин. У нас с вами есть специальная линия, внутри которой есть продукты, работающие как ботокс, разглаживающие кожу там, где активно вырабатываются сигналы нервных окончаний для того, чтобы сокращались мышцы. И вот здесь как раз используются синтетические пептиды, аргилерин, которые блокируют передачу импульса мышечным тканям, и наша кожа начинает разглаживаться. Для того, чтобы взять под контроль, да, структуру нашей кожи, для того, чтобы вырабатывался еще и коллаген, в этой серии есть все, что помогает нам создавать вот эти пружинки внутри. Здесь особый комплекс амилиок с карназином. Здесь есть гиалуроновая кислота, которая интенсивно увлажняет. Здесь есть витамин 3, который восстанавливает сияние, обеспечивает себорегуляцию и препятствует, кстати, образованию и купероза в том числе, и пигмента. У нас есть заполнитель морщин, который наносится локально, только там, где есть мимические морщинки, и уменьшает глубину, разглаживая эту зону. Обратите внимание, да, на какие зоны наносится этот продукт. Я надеюсь, что вы еще не очень устали, уже скоро подойдем к концу. У нас с вами есть сыворотка Xerox и крем, который подходит, как я уже сказала, с 30-32-летнего возраста можно применять эти продукты. И сначала наносим сыворотку, а потом крем для тех, у кого выражены мимические морщинки. Это идеальная парочка. У нас есть продукт, который нужен всем, особенно когда вам нужно хорошо выглядеть, если день богат событиями. Это патчи, подушечки для глаз. Они не готовы к применению, есть матрица, а рядом, вот в этой подушечке, сыворотка. Для того, чтобы сработало, надо нажать на подушечку, сыворотка перетекает и впитывается масками, и мы эти маски наносим под глазки. Можно наносить на носогубные складки, можно наносить под глазки вниз, можно наносить наверх. И в наборе в коробочке 4 таких блистера. Повторно лучше не использовать. Дает что? Мгновенно эффект ботокса разглаживания, высветление, коррекцию морщин. Придает свежесть взгляду. Очень легко нажать, смочить, открыть блистер, наложить на 15 минут, соответственно, снять, не смывать. Ну и в заключение я хотела бы сакцентировать ваше внимание, что вся продукция имеет, это касается и биологически активных добавок, и косметических средств, и наших устройств. Они имеют подтвержденную гарантию безопасности и качества. И высокую эффективность, безопасность подтверждает такие гарантии, которые дает Институт Фрезениуса. Все препараты, все продукты, созданные на основе алоэ, их высочайшее качество и безопасность нам гарантирует научный комитет. Косметические средства контролируются независимой лабораторией Дерматест. Заполнитель морщин можно наносить каждый день. Подушечки наносятся гладкой частью. Она пропитывается. А шершавенькая, которая похожа на вафельное полотенце, это внешняя. Правильной стороной нужно нанести. Очень правильный вопрос. Обращаю ваше внимание, что компания LR, единственная компания, представленная
в ассоциации косметических брендов единственная сетевая компания соседствует с такими марками известными, как Dior, Clinique, Chanel, Kenzo. Единственное, здесь есть и профессиональные бренды. Это Клэп, это MBR, это Бобор, которые представлены только в салонах красоты. И среди этих около 80 всего лишь брендов входит в ассоциацию косметических брендов. Единственный представитель прямых продаж – это наша компания LR. Институт Фрезениуса, он существует, вот так выглядит, старейший институт Европы. Не все могут гордиться гарантиями и сертификатами, которые дает этот институт. Наша же продукция подтверждена, собственно, результатами, да, полученными в институте Фрезениуса, как рекомендованы абсолютно безопасные продукты, поддерживающие здоровье кожи и дающие многообразие терапевтических эффектов. Наша встреча подошла к концу. Я еще раз хотела бы извиниться за задержку нашего вебинара. Очень рада вашим вопросам, очень рада вашей активности сегодняшней. Приглашаю вас на следующие встречи.